Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 95, упражнение номер 46. В этом упражнении мы должны решить задачу. Со 100 ульев собрали 2 тонны меда. Сколько килограммов меда собрали с 8 ульев, если считать, что со всех ульев собрали меда поровну? Итак, со 100 ульев собрали 2 тонны меда. 1 тонна меда 1000 килограмм, 2 тонны меда 2000 килограмм. Чтобы узнать, сколько меда собрали с одного улья, нужно общее количество меда, то есть 2000, разделить на количество ульев, то есть на 100. При делении на 100 мы отбрасываем две цифры. У нас остается 20 килограммов меда собрали с одного улья. Теперь мы должны узнать, сколько килограммов меда собрали с 8 ульев. 20 килограммов собрали с 1 улья. Чтобы узнать, сколько с 8, нужно 20 умножить на 8. 2 десятка умножаем на 8, получается 16 десятков, или 160 килограмм меда собрали с 8 ульев. У нас стоял вопрос, сколько килограммов меда собрали с 8 ульев. Мы можем записать ответ. Сто шестьдесят килограммов меда собрали с 8 ульев. Если вам понравился видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.